Подведены итоги работы управления МЧС за 6 месяцев 2014 года. За отчетный период в регионе произошла одна чрезвычайная ситуация – ДТП в Ивановском районе, в результате которого погибло 5 человек. В летний период времени сотрудники службы большое внимание уделяют обеспечению безопасности водных объектов. В регионе уже произошло 15 происшествий на водоемах, погибло 13 человек. Сотрудники службы рассказывают, всплеск смертей пришелся на май, когда места для купания были еще не оборудованы. Также в регионе наметилась тенденция увеличения техногенных возгораний. С начала 2014 года в городе зарегистрировано 607 пожаров, в результате которых погибло 52 человека. Прежде всего две причины. Это неосторожное обращение с огнем, это стандартная причина, и почему-то у нас начинается увеличиваться количество поджогов. Проводится определенная работа совместно и с органами полиции, и результаты есть, задерживаются пироманы.